6 лесных пожаров тушат в регионе после праздничных выходных. Возгорание ликвидирует около населенных пунктов в Хабаровском, Верхнебрынском, Амурском, Солнечном, Ульческом и Ванинском районах. Задействованы спасатели, различная техника, самолеты, вертолеты. С подробностями Анастасия Привецкая. Пожароопасный сезон в Хабаровском крае действует в 13 районах. В это время нельзя сжигать мусор, разводить костры, заезжать без необходимости в лес на автомобилях. За каждое нарушение предусмотрены штрафы. Однако, несмотря на это, в регионе с апреля месяца уже зарегистрировано 200 лесных пожаров. Все они происходят вблизи населенных пунктов. Небольшой всплеск возгораний специалисты отметили на праздничных выходных. Один из природных пожаров произошел у села Новокуровка в Хабаровском районе. Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Для его ликвидации на место вылетели вертолеты и 12 специалистов. Были доставлены вертолетами 8 к населенному пункту. Значит, по внешним загорание сухой растительности 300 метров по фронту. На данный момент возгорание ликвидировано. Угроза населенному пункту снята. Для отработки тушения пожаров также на праздничных выходных был проведен технический полет самолетов-амфибий БЕ-200ЧС. Проверка работоспособности воздушных суден прошла на акватории реки Амур в районе села Вятского. Экипаж отработал выполнение полетов по забору и сливу воды для ликвидации возгораний. Помимо этого, самолеты предназначены для поисковых работ, доставки сил, средств и грузов в зону ЧС, мониторинга обстановки. Моя задача заключается в осмотре площадки, то есть выбора промера глубин, так что подходили для полетов и приводения самолетов, а также наблюдение за птицами, то есть чтобы здесь не было посторонних судов. В этот же день самолету-амфибии пришлось тушить настоящий ландшафтный пожар. На острове Дачном в Хабаровске он выполнил 20 сбросов воды общим объемом 145 тонн. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния».